он родился на далеком севере, там, где река Парень только начинает свой бег к Охотскому морю. Подрастал с 3 лет в селе Манилы, в устье Пенжина реки, где море в час прилива вздымается на самую большую в мире высоту. Мама угасла рано, оставив отцу 4 сыновей. Василий Тенельхут, потомственный оленевод, женился снова, так у Сережи появилось еще 2 сестренки. Раздольно всем жилось. Сельский клуб в Манилах на ночь не закрывался. «Идем берегом», — вспоминал будущий хореограф. «Там гармошка, там девушки поют». Он в детстве не задумывался об искусстве, не размышляли об этом и его земляки. Все совершалось естественно, от природы, привычек жизни, от памяти людской. Он наслаждался празднествами оленеводов, дивился красоте упряжек, терялся в долгой пляске у костра, где огненные искры летели к звездам, а от мелькающих куклянок струился светлый пар. Особенно пленяло взор самозабвенно танцующая Айгене Аттаят. Именно она еще в 50-е годы прошлого века своей памятью и мастерством даровала именитому в будущем манильскому ансамблю «Факел» неподдельную жажду творчества. Аттаят, конечно же, заприметила шустрого, даровитого мальчишку, который всегда обнаруживался там, где возникали песня, танец. Совсем не поучая, незаметно ввела она его в число своих артистов. И он, Сережа, загорающийся от первого удара бубна, стал так блистать на сцене, что много лет спустя его 10-летнего пацана стали называть одним из первых руководителей манильского ансамбля. Так уж случилось, что не в Верхнем Парене, где родился Сергей 15 апреля 1947 года, ни в Манилах, где провел он свои детские и школьные годы, не нашлось человека с фотоаппаратом, который бы запечатлел будущего хореографа, его родителей, сестер и братьев, его друзей. Самый ранний снимок, которым мы располагаем, датирован январем 1969 года. Сделан он в Палане, когда, собственно, я и познакомился с молодым танцором. К тому времени он уже окончил Хабаровское культпросветоучилище и успел основать в Палане детский хореографический ансамбль «Каю-ю», в переводе с корякского «Олененок». Именно в этом ансамбле росли и профессионально развивались будущие знаменитые хореографы Севера: Галия Айгина, Галина Федотова, Кирилл Чанга, Григорий Пепе, Алена Пономарева и другие. С юношеских лет Квевтегин создавал хореографические постановки, основанные на тщательном изучении фольклора и этнографических сведений. В сотрудничестве с Георгием Поротовым он помогал Татьяне Евстроповне Гуторовой в постановке первого итальменского балета «Эльвиль». На «Командорах» ставил танцы алеутов. Сохранилась уникальная кинопленка, запечатлевшая репетицию ансамбля «Каю-ю» в Палане в 1970 году. Обратите внимание, как сверкают глазенки юных воспитанников Квевтегина, как элегантен и пластичен их молодой руководитель.
1 сентября 1984 года Сергей Ковтегин, который к этому времени окончил Московский государственный институт культуры, приступил к работе на хореографическом отделении Камчатского областного музыкального училища. Он дважды объехал села Корякского округа и отобрал для учебы одаренных ребят. Из них своих студентов Сергей Ковтегин создал молодежный национальный ансамбль, который по инициативе Георгия Портова стал называться «Уйкуаль». Начались первые концерты, гастроли. В училище кое-кто нахмурил брови. Педагог Ковтегин, мол, нарушает стройный ход расписанных занятий. Да и вообще уж слишком шумно стало в привыкших к академическому состоянию аудиториях. Но Ковтегин был упрям. Он знал, что настоящего артиста воспитывает сцена. Он энергично расширял концертный репертуар и постепенно довел число концертов до 50 в год. С особым волнением студенты готовились к зимним каникулам. Сергей Васильевич загружал своих студентов в вертолет и в путь. Коленеводом в северное стойбище. В селение, где никогда приезжих гастролеров не видали. Частенько к Уйгуалю примыкали писатель Владимир Каянта, солисты Мэнго Данил Яганов, Александр и Анатолий Мохнаткины, поланский баянист Федор Миллер, председатель оргисполкома Валентина Ивановна Успенская. Эти поездки, в которых и мне посчастливилось участвовать, незабываемы. Мы побывали в местах, куда, как думаю, большинство из нас не попало бы никогда. Мы познакомились с истинными хозяевами Севера, которые, как и их предки, продолжали кочевать по неслыханным просторам округа. Уйкуаль. Именно с ансамблем «Уйкуаль» Сергей Васильевич поставил свои лучшие композиции. Итальменские хаюшки, оканелю, лирическую проходку, хореографический цикл «Алюторские девчата», танцевальные сюиты «Мучген Нотельхин», «Лената счастья». Именно с помощью своих учеников Ковтегин блестяще разрабатывал новое, современное направление национального молодежного танца, за что коллективу присвоили звание лауреата премии Камчатского комсомола. А они, студенты класса Ковтегина, тоже познавали мир. Объехали пол России, трижды выступали в Кремле. Летом 1985 года 10 студентов Ковтегина танцевали совместно с ансамблем «Мэнго» в Москве на 22-м Всемирном фестивале молодежи и студентов. А осенью 1988 года 33 дня колесили по Индии, удивляя жителей жаркой страны жгучими танцами севера. 84-летний Святослав Рерих, пришедший на концерт Уйкуаля в городе Бангалор, на бубне солиста Владислава Линтетегина оставил запись. «Камчатка, всегда стремитесь к прекрасному». Собственно, этим стремлением к прекрасному и занимался Ковтегин всю свою недолгую жизнь. Воспитанники Ковтегина превратились в первоклассных специалистов и стали оказывать яркое влияние на развитие культуры Камчатки. Среди них Валентина Жданова, Василий Баранников, Оксана Айгиткан, Елена Пономарева, Зинаида Кутынковав, Евгений Уваров, Владимир Бережков, Кондрат Яганов, Владислав Ринтетегин, Галина Федотова и другие. Влияние Ковтегина как национального хореографа успела распространиться на всю Камчатскую область, на творчество таких прославленных коллективов, как «Мэнго», «Эльвиль», «НР» и другие. Ему поручали режиссуру крупных фестивалей, где не только Корякский округ, весь Север демонстрировал свое необыкновенное искусство. «Уйкуаль» — это древнее название Камчатки. Поэтому мы свой национальный ансамбль, которым занимаются дети коряков, чукчей, итальменов и алеутов, мы тоже назвали «Уйкуаль».
Мы вам сегодня покажем танцы, которые пришли из глубины веков, которые нам сохранили и передали наши деды и прадеды. Наш ансамбль много ездит по Камчатке. Мы выступаем перед оленеводами, рыбаками в национальных селах нашей Камчатки. Иногда наши дедушки, бабушки показывают и дарят свои чудесные танцы. Так появился наш, на нашей программе Хахтанинский фольклорный танец. Культура народов Севера во второй половине 20-го столетия совершила невероятный рывок в своем развитии. Ансамбли «НР», «Факел», «Менга», «Эльвель», «Нолгур», «Нургенек», «Воем», «Школьные годы» и другие смело шагнули за пределы Камчатки и открыли родной стране и всему миру свое уникальное искусство. В этот же период по весь голос заявили о себе многочисленные мастера северной хореографии, которые не только создавали невиданные ранее постановки и сами блистали на сцене, но и думали о будущем, воспитывая новое поколение. 90-е годы прошлого века надломили эту работу. С уходом из жизни Сергея Кавыфтегина в 1996 году прекратило работу и национальное отделение музыкального училища. Распался ансамбль «Уйкуаль». В наши дни, 20 лет спустя, мы, к счастью, наблюдаем второе рождение ансамбля. 1 сентября 2015 года Камчатский колледж искусств вновь распахнул двери для студентов отделения северной хореографии. Возглавил его ученик Сергея Васильевича Владислав Рентетегин. Конечно, все это только начало, если в ансамбле Кавыфтегина насчитывалось 24 танцора, то сегодня их пока в 4 раза меньше. Работа предстоит титаническая и крайне важная для Камчатки. Проблема в том, что, к сожалению, он, Кавыфтегин, как и многие другие видные мастера хореографии Севера, не оставил письменных источников, других наглядных материалов, способных стать подобием учебника. Осталось то, что он успел живьем вплеснуть в своих учеников, коллег, друзей. Но человеческая память, как известно, имеет свойство растворяться – потоки времени, под натиском текущих впечатлений. Но мы пока помним все. Мы помним поразительные постановки, созданные фантазией Сергея Кавыфтегина. Его первый корякский бальный,
промчавшийся в паре с Раисой Ефремовой по сценам округа Камчатки всей России. Десятки хореографических картин, основанных на подлинных традициях коряков и тельменов Чукчи. Мы помним его помощь сельским коллективам, где пытались создавать что-то новое. В Ковране, Мильково, Усть-Большерецкий, Эсса, на Командорских островах. Мы помним ненасытную и в максимальной степени продуктивную режиссерскую работу КВФ Тегина на фестивалях «Золотые родники», на крашенинниковских и поротовских чтениях, на выездных мероприятиях артистов в районах Камчатки, в Новосибирске, Магадане, Хабаровске, на Чукотке. Мы помним КВФ Тегина радостно шагающим с огромным бубном по главной улице столицы во главе камчатской делегации на первом международном фестивале фольклора и самозабвенно отплясывающим на сцене Дворца съездов. Мы слышим его хрипловатый теплый голос, заполняющий гулкий мраморный зал Государственного музея этнографии народов СССР в Ленинграде на семинаре «Дети Севера. Жизнь и творчество». И видим среди самых авторитетных представителей интеллигенции Корякского округа на конференциях в Ковране, Манилах, Палане. Мы не забудем собственные аплодисменты на празднике единения русской и тельменской культур Коч-Ай в безоблачном Мильково. Как это важно, заметим, быть всем вместе. Сергей КВФ Тегин был настоящим мастером танца. Его пластика, фантастическая музыкальность и особая только ему присущая элегантность на сцене все вызывало настоящий восторг у публики, а его исследовательский, порой остро-критичный взгляд на творческие работы северян, энергичное участие в научных конференциях, необычайная щедрость в оказании профессиональной помощи всем, кто в этом нуждался, внушали надежду, что со временем из КВФ Тегина получится блистательный ученый-практик, способный собрать воедино, обобщить и развивать далее хореографическое искусство Севера. Творческая и педагогическая деятельность корякского балетмейстера отмечалась высокими наградами. Сергей КВФ Тегин – лауреат премии Камчатского комсомола, обладатель серебряной медали ВДНХ СССР, лауреат многих фестивалей и конкурсов. В 1990 году Сергею Васильевичу был вручен орден почета. Да и сегодня, в 21 веке, мы не забываем его имя. В 2002 и 2012 годах фестивали коренных народов Севера «Золотые родники» были посвящены памяти КВФ Тегина. Как о многих мастерах Севера, так и о КВФ Тегине мы не можем просто сказать, он любил Камчатку. Он, Сергей Васильевич, был ее плотью, душой, живой талантливой частичкой ее необъятной красоты. И потому имя это, Сергей КВФ Тегин, прочно останется в памяти земли камчатской и, как таинственный свет далекой звезды, будет заметен в каждом новом танце, рожденном на просторах бескрайнего камчатского севера.